Друзья, всем привет! Сегодня 12 июля. Вот. Сегодня уже второй раз за день идет дождь. Видите? Короче, с утра дождь прошел, ну такой нормальный, не сильно-сильный, так хороший. Не ливень, конечно. Вот. Потом бац, часа 4, короче, солнце. Вообще все высохло. И солнце. Сейчас он опять дождик капает. И смотрите, что я вижу на набережной. Сейчас спустился, ну уже минут 15, как, наверное, дождь идет. Люди вообще не собираются уходить, как я понимаю. Смотрите, стоят. Купаются, смотрите, народ купается. О, солнце вышло. Не понял, что опять сейчас солнце будет? Так, что происходит? Тут по три раза на дню меняется у нас погода. В общем, сейчас погода вообще шикарная, мне кажется. Не жарко. Ну, не холодно, конечно. Даже под дождем можно вот так гулять. Как вот мальчик стоит. И нормально. Здесь, конечно, в Новом Свете бывает такое, что в Судаке идет дождь, а в Новом Свете нет дождя. Горы закрывают с трех сторон. Вот, смотрите, вот эта гора. Вот вокруг, вот здесь вот горы, горы, горы. И вот эта гора. Получается, только вот с этой стороны открыто. Так что дождь обычно, ну, тучи обычно идут со стороны континента, вот оттуда. И как-то обходят вот эти горы. Не знаю, каким образом. В общем, покапают и обходят. Вот сейчас на Соколе. Сокол вот обходят. Видите? Идет туча. Идет туча в Судак. Буквально вот 15 минут назад где-то начался дождь, и бац, опять солнце вышло. Капец. Бац, опять. Люди вообще не, уже нормально. Они уже, видимо, поняли нашу погоду. Уже гуляют. Уже под дождем никто зонтик не берет, кроме меня. Вот, смотрите. Один я с зонтиком. Но мне-то надо. Я ж-то камеру держу в руках. Все до сих пор купаются. Смотрите. Все купаются. До сих пор. И дождь идет. Ну, конечно, не такой жиденький. Реденький. Все равно, я надеюсь, вам видно, что капли. Угу. Вроде как видно. Смотрите, ходят вообще. Все равно. Крымская погода. Вот вам и Крым. Ну, Ленкоранская акация. Я уже когда 10 раз повторил название, то уже запомнил. Как-то акация называется. А вот смотрите, самое красивое здесь. Цвета. Высоко. Все. Смотрите. Солнце вышло. Я-то думал, с зонтиком похожу, погуляю. Такой здесь никого не будет. Здесь кто-то. Ну, пчелы вот не садятся на эту акацию. Тут какие-то другие. А, нет, вот пчела или кто это. Она как бы... Это не цветок прям. Это какое-то что-то другое. Это акация.
То есть пыльцы, видимо, нет. А вот сейчас пошел. Не, ну классно, да? Вот солнце. Самое. Солнце и дождь. Нормально? Люди ходят нормально. Вообще, сейчас бы вставил, но как бы вставочку, такой мем. Вообще похрену. Нет, сейчас вот дождь нормальный такой идет. Так, надо вниз спуститься. Только купаемся под цветочки, конечно. Вечером они пахнут. Да и сейчас, в принципе, запахи. На пляж спустимся. Смотрите, народу сколько стоит под этим, под навесиком. Вообще все равно. Дождь, не дождь. Дождь, не дождь. Смотрите, какой пацанчик с билетами. Реклама аквапарка. В судаке. Ты какой счастливый. О, боже. Да там, по-моему, билет около 2000, я не знаю. В том году вроде бы был. Точно, если кто знает, сколько стоит там парк, можно целый день там проторчать. Насколько я знаю. Я там не был еще ни разу. Что, все? Вроде как закончился. Дождик. Так. Все, нет дождя. Вот такие у нас дожди. По 15 минут. Всем отдыхающим вообще все равно. Перед, наверное, наоборот хорошо скажут. От соленой воды пресной помыться, да? Одетые ходят нормально по пляжу. Как будто и не было дождя. Вон, видите, все тучи туда пошли. Все, обошел дождик. И все. Это что такое, интересно? Какие-то новые растения, цветы. Я не помню, что это.
А, кто-то, видите, даже растит их специально. Палочка. Может быть, что-то интересное. Тут колючки. Красивые колючки. Ну все, дождя нету. Хорошо. А я-то думал, надеялся и верил. Как считаете, интересно будет на стриме такое посмотреть? Вот все, хочу карточку купить. Есть желание скинуть на карточку местную с интернетом? То у меня интернета мобильного нету. Вот, кому, кто есть желание, в описании ссылка. Будем проводить стримы с набережной. Вот, вот так вот сбоку даже посмотреть. Смотрите, ну как будто не было дождя. Ну что это? Почему никто не убежал? Все. Ёлки-палки, я вам в реальном времени показал. Вот только что был дождь, и все. Друзья, как вам крымская погода? Так, сейчас мы поставим. Смотрите, как будто не было дождя. Сколько людей? А вот купаются, смотрите, тоже. Не, конечно, во время дождя купаться самый кайф, честно могу сказать. Купаешься, тебе все равно. Капает там что-то. Даже прикольно. О, смотрите, какие-то новые цветы повырастали. Цветочки. Беленькие какие-то. Что это? Как будто каждый день меняется. Вот желтые тоже не было раньше. Подумал, что это цветы пахнут. Такой понюхал. А это тут люди просто с этим, с диклофосом, с одеколоном. Какая-то, наверное, женщина напшикалась. О, смотрите. Ну-ка. Так. Смотрите, какие цветы расцвели. Так, ну что, друзья. Да, на стриме можно было бы, конечно, пообщаться. На ответы поотвечать. Ну, как всегда. Я
как-то разговором разговариваю своим. О, там кто-то рыбак даже. Рыбак что-то там. Колоритный рыбак. Съел, наверное, всю рыбу уже. Все. Друзья, смотрите. Только что было затянуто. Я не знаю. Через полчаса, наверное, все будет. Все будет уже солнце. Посмотрите просто. Полчаса назад было все затянуто тучами. Да вот вам крымская погода такая. Прикиньте. Обалдеть. Друзья, подписывайтесь на канал, нажимайте лайки. Вот. Вступайте в группу ВКонтакте, на Дзен подписывайтесь, на Рутуб, а то мало ли что там с этим Ютубом будет дальше. Кстати, даже есть Рутуб, есть что там еще, какие-нибудь. Короче, всякие соцсети есть в описании, можете. А, еще, если кто хочет поддержать там или на сим-карту для стримов скинуть. Вот, внизу в описании будет ссылочка. Можете сообщение какое-то прикрепить. Все, пока-пока. Солнце. Солнце. Туда все тучи, все туда ушли.